Пришел наш рыбак с рыбалки и говорит. Мы с тобой с рыбой. Ну, раз есть добыча, значит, ее нужно готовить. Отрезаю хвостики, чтобы побольше рыбок уместилось на сковородке. Разрезаю спинки, чтобы рыбка лучше прожарилась. И сразу на сковородку. Вот такой казус. Осталась одна рыбка. Ну, наверное, нет в мире такой женщины, которая бы не засунула последний кусок мяса или последнюю рыбку в сковородку. Сейчас немножко ужарится, и я тоже ее положу. «Два в одном» называется. И удовольствие кто-то получил на рыбалке, и вкусный ужин получился. Вот какая золотистая мелочь на закусочку. И мы, конечно же, не могли забыть про своих домашних птичек. Им же ведь тоже хочется отведать свежей рыбки. Вот сейчас мы вот так решили им преподнести потрошки в арбузной корке. Это чтобы нам чашки после них не мыть. Ну а после обеда им сразу можно отпробовать десерт. Про петушат мы тоже не забыли. Они тоже любят рыбку. Птички наши наелись, занялись своими делами. Кто-то гуляет, кто-то чистит перышки. Мы тоже пошли по своим делам. Но дела у нас не такие интересные. И поэтому мы вам предлагаем посмотреть альбом с нашими дачными цветами.